Я влетим с фуд брошу сейчас. Грозный центр. Норм. Да, сейчас время. Камера смотрит, руки выписываются. Стабилизация это нормально. Ну, нормально, пойдет. Где вы там сидите? С тренерами? Да, но я не понимаю. Может, на бровку еще пойду, скажу. Как вы доехали? Отлично, сколько? 11.30. Нет, нет, в 12 мы выехали, Долганова забрали с Настей Баблановой и Артишевского. Это американская? Супер. В превью сидели, дописывали. Ну так, и тех состав там 33 человека, что более 30-ки. Я надеюсь на то, что победили. Как надеюсь, мне кажется, что они даже не победили. Ну ладно, это просто... сейчас выбушает спорт. Но мне кажется, чисто объективно, по составу, Ураганы сильнее. Это общий стрим для всех или как? Не, только для нас. Только для нас. Ну, как бы он паблик. То есть можно обсуждать. Не, ну как бы паблик сейчас. А ну на РОФ? Что? Ну, для американского футбола Беларуси паблик? Не, чисто, ну как бы в чат что-то сбросил, все. Это я чисто сам, ну сам ну, типа для, сделаю для нас, стрим. Для нас. Ну может кто-то типа просто сбросит ссылку, типа потом она попадет в этот вот, в этот, тут кому-то сбросит, там в других командах, что. Может почитать. Ну да. В регби там надо бегать по квадратам. Что? Чем регби отличается? Там типа без защиты, там пассы, там игра без остановок проходит, мяч отдают, постоянно назад отбрасывают. Ну, суть то же самое, занести за линию. Там тоже две команды? Две защиты и нападение? Да. Не, там одна команда, то есть как бы играют. Не меняются. Я тоже, кстати, люблю. Ты знаешь, что сегодня Гринёв будет куда-то бэком? Странно. Как бы все равно, что не сыграны, наверное, там не сыграны с принимающими Гродно. Ну, ураганов обратить внимание. На всех уже опытных ребят, стритинов из этих. Ну так, ну и что? 30% звездности игроков и 70% там на тренерской работе. Процент успеха. Как Калимон покажет себя? Плохо. Что мы любим? Мы придумали кричалку. Ну да, но все грамотно. А по здесь сколько у нас обновили стал, ты написал, ты здесь писал? 25%, мы считали. Стрипок налит. Пять минут осталось. Команды еще нет.
телефон. Да, телефон. Меня слышно вообще? Да, давай, подходи. С парнем на счет победу. Я поставил на 17-10 Грота. Да? 6-30 урагана. 6-30 урагана, 17-10. Ставки ты не понимаешь. С каким счетом кто победит? Я думаю, кто победит урагана. Там Тон Проценко, он типа, ну, сейчас тренируется с нами, ему 16 лет, и он типа, работает, ну, типа, не работает, он занимается форсинг гол, знаешь. Да. А, там он, да. О. А, точно. Я забыла, тогда пофиг. Ну. Ну, вот Женя говорит, что все окей. Да? Ну, близко. Ну, вообще. Рука немного потрясется, но думаю, все окей, ну, как бы лишь кого-то. Короче, да. Где наш младший? Он пошел куда-то туда. Пускай выкинет ссылку. Ну, окей, ладно. А что нет? Ну, давай. Ну, да. Пусть это все спокойно. Кинь ему ссылку или ты... Ну, я в чате в Литвин сбросил уже. Все, скажи, ну, скажи ему там, чтобы это сделал. Да. Ну. Ну что это там же? Ничего, Барбарич точно нет. Все Барбары пробил стали.
Здравствуйте. Просто по одному экземпляру да, с тобой подруховаться, потому что часть тоже кто вообще когда на поле тоже да, Не, пока бы тебя заложил сюда, вот два экземпляра положил сюда, чтобы они были под рукой на всякий случай. Только эти. Эти просто два, нет, два положи вот сюда, остальные спят. Пока что так. О, выход ураганов. Бежать, не стремясь. Или добежать как можно далеко за линию поля, или ударить в ворота. Посчитаться как человек. Или вот там длинный. Только так по форме. Вот между этими точками. Надо попробить. Ногой подогнать. Запиши. Я тебе посчитаю тут. Вот, это Грозный, это нет. На три. Кино. Ага. Капитаны команд собрались в группе. Все, если кто-то будет звонить, это посылаем. Хорошо. Спасибо, спасибо. Всегда мечтал. В американском футболе несколько капитанов, поскольку об этом мы поговорим чуть позже. Фактическая игра состоит в конце команды, состоит из нескольких команд. Команды атаки, команды защиты и команды спецбригады. Так появляется капитан команды, давайте поприветствуем их также.
займутся сейчас капитаны. Это традиционная процедура. Перед началом игры они пожмут друг другу руки, пожелают хорошей игры. Главное, чтобы было без травм. Ну а также проведут церемонию жеребьевки. Сейчас каждая команда определит, будет ли она первой принимать мяч. Да. Либо за соперника. Орел и Сеша. Александр, что сейчас просит монету, и он знает, кто выиграет эту жеребьевку. Что же? Ничего. Выбираем подброс монет не осуществлен. Давайте смотреть. Показали нам, что выиграли жеребьевку ураганы. Сегодня у нас без гарнитуры работает Александр Рудьков, поэтому некоторые из решений я буду его дублировать. Выбить команда набегания. Так, пока немножко сложно определить, кто же что решил. Кто выиграл? Итак, команда «Ураганы» выиграла эту жеребьевку, отложила свой выбор на вторую половину, а команда «Барбары» будет... Сколько времени сейчас? Ну, норм. Все, 10 минут задержали. Чудесная погода сегодня в Грозно, это замечательно. Немного сложно будет, конечно, играть в первой половине встречи Барбарианс, потому что солнце будет против них. Вот будешь играть с кем хочешь. Сложнее будет, конечно, найти свою пассовую игру, но тем не менее, мы составили сегодня много опытных игроков. Об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Все готово к началу встречи. Выстроились уже. Барбары. Судьи дают свисток, и вот сейчас уже построится команда «Ураганы». Они же не все там играют. Нет, они устают. Все готово к началу встречи. Давайте поприветствуем их! Кирилл! Отлично! Хорош. Хорошо, пошли. Прекрасно они сыграли. Сейчас пацаны, напишите, кто в чате. Комментатора слышно или нет? Очень длинная поле сейчас у варваров. Очень длинная. Так редко много заняли. Чего? Мяч надо вперед понести. 11 человек стали мяч. Если они мяч поймали, во-первых, если он знает, на сколько. Еще можно упасть закрыть. Еще мая конец. Ситуация у вас. Донесли. Обязательно нельзя допустить потери мяча, потому что они очков уже в начале встречи. Давайте посмотрим. Все готово? Да, мы еще все. Здесь команда атаки. Обычно у нас отмяч. Итак, пошла первая атака. Вынос пошел по центру. Набирает пару ярдов своего команды. Итак, первый вынос этой встречи. Значит, именно так они сцены на штуке. Ну, который стоит, это начало. Достаточно.
каждой команде дается 4 попытки на то, чтобы пронести мяч на 10 ярдов вперед. Это первый пас в этой игре. Нет такого. Ну вот там 47-й, да, называется? Да. Все, ну ладно. Почему у некоторых майки поганцы? Это ж не так приехали. Ну, ребята, что граждане стоят. А поганцы это чьи? А, это наш место? Да. Поганцы? Ну, норм. Только никто не бежит почему-то. Ой, все, тачдаун будет. Остановите! Ты знаешь, как хочешь, что правило одно. Короче, видишь, они его вытолкали за пределы поля, значит, вот с этого места и начали. Да. Короче, у них этот 47-й. Подожди, так я понял, не важно. Мне под номера все применяли. Кутербэк 12-й, да? Нет, а здесь номеров же нет, точно. А, здесь просто по порядку. Теперь они с середины начинают или опять пробивают? Нет, сейчас с ураганом будет бить начальный удар. Опять надо остановить, да? Да. Просто теперь надо обратно. Первый уже в своем драйве на планете, на первую уже на первую. Первая линия, которая должна... Ну что ж, надо поддержать Варвара, давайте поддержим команду Варвара.
А все теперь должны остановить или так? И также поздравим команду урагана с тем, что они набрали свои первые очки в истории. Команда урагана сейчас будет пробивать начальный удар. Ну да, они там дышат. Кто вы? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ура! Да ладно. Они что, не знают, что делать? Я не понимаю. Там по каким-то правилам, типа, если мяч коснулся зеленой зоны, то типа сразу свистят. По каким-то правилам, типа, нужно по любому случае мяч взять в руки. Да, ну то есть, как бы, видимо, судьи по одному думают, а эти игроки по-другому. Ничего, нет, сейчас с 25 ярдов начнут атаку варвары. Нет, это какая? Третья? Ну, сейчас постановлено 20 ярдов, по-моему, косяк. Должно быть 25 ярдов. 36 стоит. Нет, 20 ярдов. Должно быть 25 ярдов. Капец. Интересно, они играют композитными мячами или кожными? А? Сейчас звук есть? Да. Там слышно все? Да. Так что следите за твоей речью. Ну давайте уже что-нибудь делайте. Потому что им таким занесли тачдаун сразу же. Я, короче, уже забыла все правила. Ой-ой-ой, плохо пант. О, боже. И что теперь? Что ну, теперь? Сейчас. Запускает он в мобушку своего игрока. Пошла атака.
81 номер. За что флаг? Там во время броска. Напали на чего? Да, не-не-не, там не было нарушений. 100%. А Дэвид, какой номер? Какой Дэвид? Ну наш. Какой номер? 80? 81, наверное. И тут 81. Да. Совпадение. Если это так, то за 15 евро сразу штрафа. Так, ну что, будешь искать? Только один фильм. Романчук, Сидлеревич, Олещик, Андреев, Казмирчик, Сидевчук. Давай! Молодец! Уже все! Лёня, кстати, на игре. Кто? Лёня. Масюк? Масюк. Так, читаем дальше. Зуев, Малярин, Целюк, Боровой, Боровой, Журиков, Кириенко. Счет 12. 14-0. Ну, пока что игра проходит на половине. Шерши. Гродно. Шерши. Без шансов. Ну, вот этот петушок вообще. Петушок. Ну, тебе подарить можно. Кажется, что это в этой игре еще ничего не ясно. А, блядь. Я ничего не вижу. Так, все готово, спасибо, Скалёк. Кто-то здесь прибавил. Да, что такое? Третий раз подряд не могут мяч ловить. Все. Ну как-то, может они расстроились? Сколько варваров? Не, ну им уже много. Сколько много? Ну года два? Не, больше, может пять. Может пять уже, а ты не знала. Дальше. Жалко, что здесь не написано, какой номер. Наверное, зайди в контакт в группе американский на футбол в Беларуси, там, наверное, ростеры выложили игровые. То есть там следует с камерами. Ну что, будем смотреть этого мороза? Ну надо найти.
Контакты, да? А ты ездил в группе? А, нет. Как группа называется? Может, надо... Американский футбол Беларусь, по-моему, так. Меня посмотрите в клубах, если открыто. Литвина, а может быть, там дальше. Может быть, далеко стоит снизу. Снизу. Вот. Да. Смотри, как здорово. Счет 13-0. Первая четверть. Ураганы. Ураганы ведут. Команда нападения не смогла сыграть свою игру.
Можем, короче, не Ты не хочешь колбасу? Нет. Это раз сегодня. Да. Да, четвертый раз. Перегувать? Не, не перегувать. Просто? Сейчас фарвары будут атаковать уже хотя бы с 40 ярдов. А теперь будем снимать, скажи. Когда мы виляли флажком, то четвертый тур. Это чей флажок? Бросаем стрим. Послушай, что такое?
здорово сейчас играют. Минус 30 ярдов, именно 25 ярдов. Держите его!
Миром играют или что? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восьмером. Они начали сыграть, потому что почувствовали силу, не знаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, Это Гринёв.
Ой, хорошая. Сейчас ураганы будут атаковать. Наверное, да. Ну, посмотри, посмотри в группе. Они могут играть в атаке? Конечно. Когда мне придется уволиться с работы, честно тренироваться, чтобы... Пока на то не согласна. Да что такое? Пятый человек просит на замену. Сейчас команда защиты, конечно, отчаянно нужно стоять и ярды. Пятый человек заменяет. Все готово, продолжение игры, смотрим на команду Барбары. А с сети куда пошли? 15-7. И ураганы берут тайм-аут. Ну что ж, здорово сыграли сейчас Барбары. Ураганы испытали. Сначала забили 15 ярдов назад, а затем вынудили так, как они хотят тайм-аут. Тайм-аут, помощь, очень полезный, но не имел, особенно риск.
команда находится в Белорусах. Еще Да, да не за что. Что вообще происходит? Смотрите, ну... Да что, пятый раз, блядь, не словили мяч. Потому что мы все не были. Потому что мы будем этот мяч.
Покидаем поле под обычной командой. Все, судя по всему, будет сейчас фан. И вот сейчас под полем это будет занимать фан команда Ураганы. Против Соши сейчас придется заниматься фан. Достаточно скорта. Но пока каждый фан Барбара был не слишком близок. Ох, прекрасно было сыграно. Зачем пандам за звук играть? Но пока непонятно, кто на руку сразу. Тренер, это вот этот, как это, продакшн? Давай сюда. Досмотрим. Ну что ж, фальстар на этот раз. Сайт Барбара заманит соперника на свою половину поля. Числа у нас кто будет стартером, знает только тренера. Когда в Минске? Да, 12 субботу. Андрей, там все, кто смотрит, вам слышно, что говорит комментатор? Что там случилось опять? Нарушение было? Будет и на этот раз что-то подобное. Окей, спасибо. Да. Андрей, там Кирилл Говоронский будет в старте у нас 100%. Третий даун, да? Угу.
Походу во второй четверти сыграно 4 минуты. Сейчас четвертый получается? Да, должны пан пробить. Это слишком далеко стали, по-моему, принимающие. Как-то очень верит в пантера. А ты туда бросил? Мяч здесь. Ну, неплохо. Начинают первый драйв, начинают с половины ураганов. Все уже получилось, игрок сам мысленно был готов возвращать 24-й номер.
Что все стоят? Не могу понять. Держи его! Что варварам нужно над пантом поработать? Чёрт, пять кутербека поменяли. Ну. Зачем меня кутербека после готового лица? Я, ну, то есть... Вот сейчас получше. Перехват! Давай! Отличный пас.
Все, не трогай, не трогай, не трогай, не трогай, блин. Только не трогай. Серый, что мяч зассал, поднимай. Еще Ну, если как бы могли бы захватить там, если бы мне очень весело. Они начинают с того, что я вообще смелая. В смысле там примик был? В смысле там его нет? Там примик! Что на? Два очка в пользу урагана. Пока что тоже два очка с этим. Ну, типа, якобы посчитали, что он специально выбрасывал мяч просто так, типа, ну, чтобы избавиться от него. Да, но тут ребята... Ребята из Убров подсказывают верно. Маша, купи очки! Он бросал принимающего. Ну все, после сейфти, как теперь идет как начальный удар. Им нужно опять мяч вбивать и давать ураганов, будет ураган атаковать. Не знал про то, что мяч должен пересечение рот вышел. Там говорят, мяч не пересек линию скриммиджа, поэтому умышленный выброс мяча. Там примик в зоне. Нет. Без разницы. Не-не-не. Вроде правило такое, типа, что должен мяч пересечь. Ребята, если есть принимающий, без разницы. Ну ладно, это не я сказал, это просто передал. В целом, ну, если там есть принимающий в зоне приема. Ну да, логично, в принципе, там как бы. Как можно искать этот умышленный выброс, если он бросал в примик? Ну, я думаю, вы потом решите на своих. Нет, так я здесь не решаю ничего. Здесь свои случаи, свои заморозки, свои тараканы. Да, типа, умышленный выброс мяча был у этих, поэтому сейфти. Но там был принимающий в зоне приема. Даже мог тронуться до мяча. Непонятно. Непонятное решение. Да, там был принимающий. Какой там 12 номер сейчас? Где? Трубок. А, не, когда. Поймал, молодец, молодец! Молодцы. Сейчас надо.
Сегодня защита здорово играла, и я думаю, что у нее должно получиться в этот раз. Сыграно 6. Всего лишь. Короче, 7 минут сыграно во второй четверти. 21-7. Давайте поприветствуем очаровательного врача, который сегодня обслуживает нашу встречу. Всем представителям жизни варварам. Молодец!
это третий пас. Все. Варвары заработали первый даун. Что случилось-то? Типа удар за бровкой? Кому дали? А за что? Ну типа был свисток, а после свистка он ударил игрока с мячом. Ну либо за бровку ударил, непонятно. Что, зубры тоже не любят? Что? Зубры тоже не любят. Может, просто Гродно им нравится. Нет, просто персональные. Вроде как. Ну, удар хороший был. На колено? А, не за что сейчас было решение? Неспортивное поведение. А что? Ревин, просто Ревин получил неспортивное поведение на бровке. Какую сорку? Стравиту. Так ты имеешь право подавать сорковки? Стравиту скидить напрямую? Нет. А ты можешь так иметь стравиту? Ну что, ну что, я от себя просто. Себя? От себя просто, как от этого клиента стравиту. Давай. Только чтобы через тебя страховали, да? Через меня не могут, они только напрямую. Так как Катя вступит из этого? Никакая людям вот деньги получит. Лера для людей старается. Для людей. Ярик-то получил деньги. Нет, так не работает. Какая мне с этого выгода? Ты бери комиссию за то, что советуешь. А ты потом, если раскрутишься, тебе потом за рекламу будут платить. Так понятно. Давай, сейчас плати мне. Я не сотрудница с правительством. Вот. Опа, компания Стравита. Не, Белгол страхи. Нет, Стравита. Там самые дешевые страховки. А в Стравита самые хорошие выплаты. Ну да. Куда ж ты? Очень близкий сейчас варвары за счет этого соперника. Сейчас немножко поддержки публики, наверное, у них получится лучше повернуться в игру и не начать. Но пока очень вяло сегодня мы командируем варвар.
Ураганы стоят возле своей защитной зоны, второй и примерно... 12. Опять вынос, катбэк. Рядом, рядом. Драка. Драка? Кто там ходил? Смотри. А, все, закончилось. Не шиша, а 92-й, это что, ваш этот? Да. Ну, это как-то да. С вами игрок? Наш. Да, Джошуа. Это... Серьезно? Да. А чего он ушел? Ну, он типа у нас уже год... Джошуа, он вам все будет винить. Да? Не, ну, варвары должны нести, чтобы игра стала интереснее. Ну он год уже у нас не тренировался, ну как бы не ходил. И тут он резко захотел. Ну тут да, видимо, заинтересовали как же его. Для Литвина? Что? Как же гимн для Литвина? Не знаю. И четвертый гол. И кто на этот раз выиграл варвары? Будут ли они играть в Ванинск? Будут ли они играть в комбинацию либо? Как ты там принимаешь сейчас? Принимаешь сейчас стал далеко слишком. Мне кажется, пас будет вправо. Быстрый причем пас вправо, смотри. Ну, сейчас проверим. Не, не быстро. Нафига выкатываться? Черт! Я попью тоже. Да. Ну, хорошо, что под ней все хорошо. О, хорош. Хорош, хорош. Остается один тайм-аут у команды Варваров. Два тайм-аута.
раз. Хорош. Там уже особо гуляков стоят, сразу пройдемся, подошли все. Кто, у меня уже нет, уже все уже все равно пройдемся. То, что реально там из километра можно. Хорошо. Пас. Время стоит. Ну, вторжение. Я посажу. Я, наверное, посажу. Что? Ну, пойдем. Окей. Затем защита варвара свернула команду в игру, сократив трассы разрыв в углублении. Затем случился финиша сейфти. Ну, а теперь команда В общем, я не знаю, как ставить ассоциацию на паузу, поэтому пока выхожу, возможно, будет новая ссылка.
Ветер как раз сейчас будет в пользу команды Барбарians. Yes. Куда он пошел? Сюда пальцы стоят. Почему он такой так далеко? Ну давай, бери! А чего они не хотят? Ну потому что если вдруг кто-то тронутся до мяча, ну варвары, и кто-то уронит мяч, то ураганы могут его забрать себе, если хотеть. Тут ты либо, когда он пока летит, пока далеко нет рядом варваров, что ты урагана, ты можешь ловить и убежать. Да? А если там уже рядом соперники, то как бы лучше его не трогать совсем. Разметку на этом поле. Здорово потрудились организаторы сегодняшней встречи. Не просто нарисовали разметку. Нарисовали каждый ярус. Показали разметку в цифровую. В общем, здорово сегодня, конечно. Симба! Молодцы! Симба, давай! Хорош! Это перехват? Ага. Не до прошлого было это 5. 47 номер его перехватил. Вадим Поплавский. На позиции сейфти здорово увидел этот мяч. Виталий Петрушев бросал этот мяч, здорово его не забросил. В очередной раз ураганы нарушают правила, персональное нарушение для номера 20. Николай Боровой. Что они творят? Ну, варвары. 20 человек почему пешком ходят? Уже мяч установлен. Игра 10 человек опять? Нет? Сколько воров на поле? 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, нормально. Встречается в карте команда Ураганы. Первый день. Поскольку нарушение уже случилось после окончания ровно сезона, добавлено первому удару. Итак, здорово сейчас, что пробегается и тем ярко зарабатывает на один. Наша очаровательная кнопка, где-то она здесь. Просим ее появиться на поле, вот она уже тут.
Полетите, блин, 327, а человек ословил. Там опять лежит кто-то из Барбаров. Бегущий, который был, он типа в Бресте играл. Я с Урагана. Кто-то что-то носил. Ну и там у него второй квотербэк. Еще замена. Первый даун заработал. Третий. И было близко к первому дауну, но нет, ноги показались все-таки интереснее. Буквально чуть-чуть не хватило игроков. Смотрим отражение. Но такое же построение интересное. Снова
но есть первый даун, есть заработал игрок первую попытку через дую. Видимо, продолжение встречи. Здорово, сейчас ураганы разобрались на этой ситуации. Не были готовы, конечно, к выносам из партии Стоп-Лова. Thank you.
кто ты? Гаси! Вроде кто-то бывший заброс. Снова гринет. Один бегущий позади него и смотрим, откуда машина так расширилась. Ой, цель будет удар. Да. Давай, давай, давай! Не совсем, конечно, понятно, на правле первый даун. Нет, буквально ярд набирает сейчас первый номер. Артура Павлоник сегодня отведут результативные действия. В этот раз набирает он еще буквально ярд. Интересный факт. Сегодня у нас собирается статистика этой встречи. Первой половине встречи стали время, ребят. И получилось 102 ярда. Пешком, бегом, ребят. Медицина отвала в часа маленьком, не взяли там. Сильно жестче! Первые 10! Уверенно идут фанеры к своему очередному даму, к первому дауну. Тот же самый состав остается на поле. Сергей Козлов рядом находится с Виталием Бьем. Три поднимающих, интересное построение. Симба! Блин, куда назад бежишь? Вот номер. Увы, на этот раз нет. Защита ураганов прекрасно сработала в этом эпизоде. Пошел в так называемый длинный эфир. Влияет Барбара в этом эпизоде 5 ярдов. Симба! Давно ты хочешь? Он твой! Давай, давай, давай! Физически не готовы. Где он злой? Кто? Кто ушел? Да. Нина! Первый раз. Нужно сейчас что-то придумывать. Команда защита на хороший пас. Снова на то, что защита стоит. А если уже там кого-нибудь сравнит? А девятка слева, блин! Что? Что ты да вон игрок сам. Да. Бывает. Остается полтора часа до окончания.
Ему надо вправить быстрее, как у конфликта. Я сомневаюсь, там вроде как все надо все, то есть как бы без нарушения все травмы. Он типа не собирается в скорую там или ехать с рамбу? Нет, как-то. Или может так просто это нормально? Что нормально? Не, так, смотрим. Табл. О, хорош. Ну, никто не остановит. Ой, хорош, 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 красава. Не, ну он, конечно, крут. Это кто из Бреста бегущий. Качну Горнера. Там от захвата ушел. Красава. Еще один врачок. Как-то слишком много травм. Я снимаю гроб. Ураганы не пройдут пробьют очередной начальный удар. В этой встрече приходится пробивать его достаточно регулярно. Для варваров, конечно, это тяжелый удар, потому что с такого счета будет очень тяжело отыграться. Времени остается не так много, но было всякое. Странное тоже у них постение, непонятное, на возврате. 2-2-2, в центре вообще никого нет.
похожий промежуток времени. Шлем! Что это было? Он стоял, просто он даже не бежал вперед. Thank you.
еще там было. Александр Роскова что-то поясняет игрокам. Что он считает? Так, если у них правила, сколько? Венек! Венек! Раньше было. Да, это не то, что вы говорите, что вы где тот чувак? Ушел? Не удаляю. А правый левый. Хорош нас. Да что за нарушение, непонятно. Мне кажется, все норм было. Дали? Нет. Не, нарушение было? Угу. Ну ладно, тогда. Как скажешь. А? Если команда желает чемпионат Беларуси, то что-то с этим сделать. Симба! Нарушение, возможно, задержка игры.
Так, может, у него просто какой-нибудь вывих такой, просто больно очень. До 12-го. Не, я думаю, вывих спокойно, может, там за месяц. Не, так у нас игра с гражданами 3 июня. Хватит меньше.
Вадима, по-моему, сейчас... Давайте поддержим Вадима, ему нужно на торговую поддержку, Вадим занимается. Вадим, ты молодец, все будет хорошо, давайте еще вот с этого игрока побороться. Вот я на один точный сделать еще. Сложно, пока Вадиму можно подняться. А скорая была или приехала? Скорая была или приехала? Нет, была сначала игра. Ну так отвели бы реально его чуть хотя бы 3 метра в сторону. Оказали бы помощь. А это не остановлено? Остановлено. Сейчас время, солнце сядет. Без освещения. И мы не сможем попасть на это. Смотреть его просто. Ну, ночной угодно посмотрим. Ночной надо с того, где это, куда свет. Тогда, так посмотрим. Когда там сверху надо куда светло смотреть. Ну, красный шикарный. Задержка у нас достаточно длинная получается пока. Ну вот, Вадим поднялся, давайте подъезд еще раз. Вадим, надеюсь, что все будет хорошо. Кирилл Ревин помогает, как настоящий капитан. А, ну видишь, у меня даже затопирована была перемосток к этим утрамам. Старая, ну. Типа себя затопировали немножко? Не, вряд ли это будет затопировать, мне сейчас надо ехать в больницу, там делать снимок, все дела. Ну что, что готово к задолению игры? Осталось совсем немного, а пока игра возобновляется, я скажу, что 13 мая в рамках чемпионата Беларуси, в рамках первого тура, сыграют две команды. Минский на стадионе «Локомотив» сыграет команда «Локомотив» Литвины против команды «Рыбки» из города Витебск. То есть на следующий год 13 мая состоится этот матч. На стадионе «Локомотив»? Это он ошибся, у нас нет какого-то стадиона. А пока у нас была длинная пауза в игре, увидели мы смену кутербека. Илья Федорук появился на поле. Илья Федорук? Федорук? Да. Лагана, ты пугаешь меня. Вы давно еще там едете? Да, куда? Ты хочешь погулять? С тобой нет. Я знаю. Знаешь почему? Ты не хочешь со мной погулять? А, почему? Боишься, что ты не выдержишь такого ритма. Да, это будет слишком скучно. Ты прав, я такого не выдержу. Для меня, да. Ой! Пидорук, как обычно. В своем репертуаре. Близко-близко было к тому, чтобы я совершил свой первый комплит в этой игре, но не... Блин, ну скорая, да, ты же приехал дополнительно. Смотри, сразу хватит. Уже здесь. В смысле скорая? Ну, скорая, там же есть какие-то... Так они, может, заказывали еще пацану, который там палец сломал себе, знаешь, как бы. Тут каждые 5 минут, наверное, может подъезжать машина и будет. И будет работать. Споткнулся. Но. Споткнулся, да. Зарцы, немцы, за собственного игрока. И
В Минске знаешь? Только самолетов-то не надо. Ну, там же иностранцами, если прилетают в Минск один, то там какое-то время, дней 5-10 не нужна виза. А здесь же, типа, поляки могут приезжать сюда без визы, да? Годно. По-моему, так. Ну, поэтому здесь играем. Может, просто, чтобы им далеко не ехать? Может и так. Нету. Что, отстояли? Хотя не, по идее, он просто судья показывает эту фигню. Мяч далеко, мяч там дальше лежит. Ну, судья показывает типа до линии, а линия это вроде как еще четвертый. Да, все, не прошли. Кажется мне, что нету его. Нет, они упали, а потом как раз мяч вперед не уже конец скоро. А? Да. Уже больше половины пошло. Thank you.
Это всего лишь первого тура. Впереди еще много разных игр. Для болельщиков команды «Варвары» напоминаем, что 16 июня на этом же стадионе команда «Варвары» принимает литвинов. Вы хотели пригласить нас на ужин? Дядя мой. Я сказал, не надо. Ну, я помню, как мы приехали посмотреть. Так что, в принципе, не удивительно. Нарушение в виде задержки игры. Не знаю, наверное, эти все это я, например. Настя спросит, что не понимает. Хорош, хорош. Хорош, надо так зам. Что? Да, не 40. Да, 40 и 7. Я думала, 47. Я тоже думала. 47. И вот 47. Ураган достигает. Уже солнце. Да, дайте эту сторону. Начало сезона. Просто серьезно. Варвар счет впереди. Будет игра против Литвинов. Так что это, нам тут поселиться, что ли? Сколько игр у тебя здесь? Не знаю. Ну, две точно. Нет, две игры. Ну что ж, видишь, двухочковая реализация. Мяч уехал в партию, смотрю свою цель, и... Это были боли. Сломанный и неудачная. Не получилось. Сколько осталось? Я думаю, 5. Ну, типа, вязал времени. Еще кого-то травма. Седьмая травма? Ты считаешь? Ну, вроде так, на скидку. 5 минут 54 секунды до конца матча. Очередной начальный удар в исполнении Вадима Москалёва. Сегодня уже не раз ему приходилось его пробивать. Ты сам врачи реши, покажешь фото. Пошла атака, и пас, 96.
Да куда ты останавливаешься? Симба, давай! Давай, Симба! Хороший сейчас тут захват, и, возможно, сейчас мы увидим в очередной раз. Спасибо сейчас. Бросал пятерых венёв тут, лошади не было никого из его партнёров. Но при этом нужно понимать, что в студии, возможно, смотреть, что он уже успел выйти из конверта. Да, кстати, это решение студии. Александр Ручков смотрел, грубость против пасущего, это 15 ярдов штрафов. И очередное грубое нарушение в этой игре. Сегодня их было очень много. Объяснить это можно достаточно просто. Начало сезона, и команда ураганы очень амбициозна, очень эмоциональна. Думаю, что в следующей игре ребята поправят. Этот компонент своих винов, пока я Восьмой. Осталось уже пару минут. Думаю, уже можно записать время без основного. По-моему, в этом эпизоде их было даже два. И против приема достаточно жестко сыграли шлем удар. Получил Виталий. Недовольный, конечно, Виталий, хотя, как показалось, Рудьков бросил флаг. И вот еще один удар против своего футбола номера. Ураган и чат на
Так еще плюс 5 ярдов тогда добавить. Просить, чтобы получить первую попытку, первый даун. Кому? Барбару. Барбару атакуют. Раз играть, типа, на второй звук. То есть этот звук, засчитывая, уже автоматически срывается.
Так они должны считать, сколько, какой раз? Нет, они должны ждать, пока мяч отрывается. А, не на звук, а на мяч. Все должны ждать мяч. Все должны ждать мяч. Все должны ждать мяч. Первые 10, и вот уже они в зоне. В ред-зоне показалась команда. Сейчас так всего лишь у вас зачетной зоны. Абсолютно точно некуда.
они комфортно ведут счеты 47. Смотрим за завершением этой игры. Хорош, хорош! Движение было, в общем. Нет. А варвары вернутся на это поле 16 июня и сыграют здесь против грузинов. Прошу прощения, против грузинов, конечно, против грузинов. Против грузинов сделан отдельный матч. А против грузинов они здесь будут играть 16 июня. Шуткан, конечно. Не повезло, мальчик,
не успела развернуться, что мяч, но мы ответили на систему, в которой прекрасно разобрался. Ой, красиво. Главного тренера команды победит и обливает водой. А, я думаю, это такая ваша фишка. В определенный момент показалось, что они вернулись к сравнению счет. Но немножко не хватило в сегодняшней игре. Возможно, в следующей игре будет задача. 47. Первый матч нового розыгрыша чемпионата Беларуси. Первый в истории завершен. На этом я с вами прощаюсь и до новых встреч.